как вы думаете, какие вот программы или фильмы нужно создавать для наших детишек? Ну, познавательные, чтобы они развивались, свою голову, слушать родителей. Вот. А ваше какое мнение? Я совершенно так же думаю. Но еще лучше сделать, чтобы они были очень развивающие. И детям лучше это усваивалось. Понятно. А мультики вы смотрите или уже не смотрите? Ну, иногда смотрю. А какие вам нравятся? Смешарики. Лёва, какие ты любишь программы смотреть? Ужасы. Да. Ужасы? Про динозавров. Про динозавров и еще челюсти. Тебе не страшно? Нет. А вот вы как считаете, каких надо побольше программ для детишек создавать? Ну, я так думаю, что, наверное, более такие развивающие что-нибудь такое. Вот старые сказки были, они же более добрые такие, а это вот дети вот какое все любят. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, сейчас ужастики такие, мультики стали, вот, которые бы я не хотела бы, чтобы дети смотрели. Я не знаю, наверное, мультиков побольше. А какие вы любили мультики смотреть в детстве? Ну, советские какие-то старые, наверное. Ну, ну, погоди, там, да. Винни-Пух и так далее. Понятно. А кроме мультиков, какие вот программы вас еще интересовали в детстве? Помимо «Спокойной ночи, малыши». Ну, в детстве я иногда приходил к бабушке, смотрел политически, но это не особо было для меня понятно. Так, мультики и все. Ну, что-нибудь такое воспитательное, чтобы люди знали, дети знали свою историю своей страны. Вот, любили историю своей страны. И не обращали свое внимание на теперешние сейчас мультики очень популярны, западные. Я считаю, что надо что-то более свое. Ну, конечно, познавательные программы, поучающие. Ну, в основном все. Угу. Ну и развлекательные, конечно. Советские сказки, русские сказки, вернее, да, и мультфильмы русские. Вот, прекрасно. Ну, чтобы были такие веселые, по-детски, чтобы мамы какой-то пример брали, чтобы детишек правильно воспитывать. Ну и папам тоже полезно посмотреть. А вы любите мультики? Вы знаете, люблю. А какие? Ну, из Простоквашино, всем известный дядя Федор. Я люблю мультики смотреть, Барбоскины и Фиксики. А почему они тебе именно эти мультики нравятся? Чему они тебя учат? Они меня учат, ну, фиксики, ну, про всякие вещи учат. Полезные, да? Да. Угу. Ну, я думаю, познавательные прежде всего. О природе, о животном мире. Ну, и вообще, чтобы все программы, они были добрыми. Самое главное. Чтобы не было ни к агрессии никакой, ни к кому, ни к человеку, ни к животному.